Специальное предложение только сегодняшнего дня. Сезоны теплые и невероятно комфортные. Это леггинсы на меху «Адель». Цена на один день снижена до 999 рублей. Экономия 400 рублей. И главное, не нужно выбирать размер. У нас единого размера леггинсы от 48 до 60. Кстати, Оля, говоря от 48, я бы пригласила сейчас к экранам 44, 46 размер. Потому что леггинсы «Адель» не просто невероятно теплые, они еще и эластичные. Сейчас вы видите, как леггинсы на меху «Адель» дополняют ансамбль к сезону. Не все женщины любят носить шерстяные колготы. Но согласитесь, когда на улице холодно и мороз, нам просто необходимы эти леггинсы. В чем их преимущество? Во-первых, обратите внимание, ножки стали стройнее. Многие не любят носить брюки, но от леггинса не откажется ни одна женщина. Оленька сказала вам, что у нас единый размер, и я хочу вам показать, насколько наши леггинсы эластичны. При этом, Оля, я хочу показать, что материал настолько плотный, что он не просвечивает. На самом деле верхний слой — это микрофибра, как на колготах, а вот внутри вас ждет прикосновение меха. Представьте себе, 3-5 миллиметров ворсина нежнейшего меха с добавлением, обратите внимание, пана, который согревает вас. И, кстати, пана — это альтернатива шерсти. Насколько нежное полотно. Оль, вот скажи, тебе комфортно? Ой, я стою буквально в них и балдею. Теплые, мягкие, я вам даже сейчас продемонстрирую. Это такие леггинсы, которые нам нужны обязательно. Заботитесь о своем здоровье, заботитесь о своем самочувствии. Выбирайте для себя леггинсы, которые будут вас согревать. Они меховые, они тепленькие, и они такие эластичные и элегантные. Подстраиваются под любой размер. Заказывайте для себя, для своей мамы, для сестренки, для дочки. Возьмите сразу несколько пар. И у меня вопрос, Света, вот до каких морозов мы будем ходить и не поддевать колготки? Я хочу сказать, что наличие меха и плотность, эластичность нашего материала позволит носить их в 30-градусные морозы. Это та самая вещь, действительно, которая согревает наших женщин и, что самое интересное, стройнит. Обратите внимание, Олечка Лукомская, наша модель Марина и Ольга Мокшина имеют совершенно разные формы, но леггинсы «Адель» идеально садятся на любую фигуру и, что самое интересное, стройнят. Недавно я заходила в магазин. Обратила внимание, что колготки 80 ден, это не такая плотность, как на наших леггинсах, у нас больше, стоят 1200 рублей. Обратите внимание на нашу плотность. Здесь невероятное количество лайкры, микрофибра, которая не скатывается, к ней ничего не прилипает. И что самое интересное, сейчас вам не нужно носить внутри шерстяные колготы. Вы надеваете леггинсы, хлопковые носочки, свою удобную сезонную обувь и наслаждаетесь теплом. Минус 30 градусов. Кстати, для своей дочери я тоже куплю такие леггинсы. И это правильный выбор. Возьмите для себя, для мамы, для дочери, для сестренки. Ведь уникальное предложение действует лишь только один день. Только на сегодня снижена цена до 999 рублей. Посмотрите, мне нравятся цвета. Они черные, а это же классика. Абсолютно, да, тот цвет, который подходит для любой женщины. Ну вот посмотри, сейчас на наших моделях совершенно разные образы. На Ольге стильное пальто от Юка Стайл. Яркая осень, которая будет у нас совсем скоро. Дождитесь презентации. И вот с таким укороченным полупальто я предлагаю вам носить леггинсы «Адель». Стильные сапожки, ботинки или ботильоны. Давайте посмотрим еще на один плюс. Я хочу показать вам, что наши леггинсы бесшовные. Это очень важно. Смотрите, очень часто, чем леггинсы отличаются еще и от колгот, здесь нет ни на передней планке, ни на задней швов, даже на боковых. Это идет цельное плетение. Представляешь, круговую? Какая это, конечно. Это очень сложная работа и процесс. А швы у нас находятся лишь по бокам. Внутри они соединяют наши брючинки. Еще раз давайте посмотрим, что все леггинсы совершенно внутри меховые. Это мягкие, нежнейшие прикосновения с, я бы даже назвала это, как стриженный мех, который защитит нас от лютых морозов.
морозов. Меховые тепленькие леггинсы, которые до минус 30 будут сберегать наше здоровье. А какая здесь посадка? Вот многие спрашивают, будет ли мне тепло, будет ли комфортно, если есть животик, есть ли размер 60-й, 58-й. Ты знаешь, Оль, здесь очень высокая посадка. Я попрошу сейчас, Марин, приподними, пожалуйста, тунику и покажи, вот она посадка. Смелее. Мы видим с вами, что леггинсы Адель с завышенной посадкой. Причем, давайте посмотрим на эластичную ленту. Здесь преимущество в том, что надевая такие леггинсы, вы не только подбираете свои формы, вы еще делаетесь стройнее. Высота нашей эластичной ленты 6-7 сантиметров. Здесь мы видим с вами совершенно другое плетение, и лайкры здесь больше, чем в основе. Значит, здесь мы чувствуем, как фиксировать будут леггинсы, фиксироваться на вашей фигуре. Высоченная посадка, не высокая, а высоченная. Вы только полюбуйтесь на это. Это удобство, это тепло, это красота, это стройные ножки. И это леггинсы Адель. Звонки бесплатные. Набирайте наш номер телефона и дозвонитесь прямо сейчас, пока есть у нас в наличии это чудное, теплое сезонное предложение. Возьмите для себя, мне подсказывает продюсер, заказывают по 3, по 4, по 5 пар. Потому что это уникальное предложение. Для первого заказа лучший вариант. Тепло, которое вы будете ощущать всю зиму, так нам необходимо. А еще моя подруга, беременная в прошлом году, зимой она ходила, и ей нужны были теплые. Она носила их даже на живот. Вы представляете, как это было комфортно? Потому что они эластичные и так хорошо тянутся. Кстати, говоря о будущих мамочках, я хочу сказать вам о том, что наши леггинсы садятся от 48 до 60. 44 и 46 активно заказывают для себя такую модель. Преимущество леггинсов в том, что они не будут стягивать ваш животик, и вашему ребеночку ничего не повредит. А еще мне очень нравится, что они теплые, бесшовные. Значит, бывает такое, Оля, надеваешь одежду на себя, и швы остаются на теле. Да, они как будто бы впиваются и пропечатываются. Угу. Вот здесь еще раз хочу напомнить, что наша внутренняя сторона полностью меховая. А для женщин, кто следит за своим здоровьем, это очень важно. Обратите внимание, здесь мы видим с вами мех. Угу. И в состав таких вот волокон входит пан. Это заменитель шерсти. И нежнейшее прикосновение, конечно же, можно надевать даже на голую ножку. Возьмите хлопковые носочки, наденьте их поверх, и ваша зима будет теплой. И, кстати, а ножки будут стройными. Ножки стройные, потому что мех внутри, снаружи гладкая, матовая, черная поверхность. И, конечно, ножки стройнеют. 999 рублей. Звонки абсолютно бесплатные. До минус 30 вам не нужно будет думать, что надеть, сверху брюки или вниз колготки. Ничего не потребуется. Кстати, вот когда надеваю внутрь колготки, капроновые, мне потом ноги чешутся. А здесь будет только приятный смех. Кстати, говоря об аллергии, могу напомнить, что когда у нас холода, кожа очень чувствительна, особенно для аллергиков. И действительно, после надевания синтетики наши ножки страдают, шелушатся, это неудобно, это зуд. А здесь вы надеваете леггинсы, мягкий мех окутывает ваши ножки. И, конечно же, микрофибра позволяет вашему телу дышать. И еще, если капроновые колготы рвутся, то наши леггинсы, посмотрите, я проделываю эксперимент, я сильно натягиваю их, они не просвечивают, обладают невероятной плотностью. И, конечно же, такие леггинсы вы можете носить несколько лет. А мне нравится, что у нас мех, и даже с самого верху донизу у нас полностью меховые леггинсы. И они единого размера! Чудо-леггинсы! Возьмите для себя, возьмите в подарок и наслаждайтесь теплом.